году в Советском Союзе было 50 международных арбитров, около 100 арбитров всесоюзной категории, и 2000 арбитров республиканской категории. То есть советская шахматная школа создала такую пирамиду, в основании которой были арбитры массовых категорий, ну, в частности, вот, республиканской категории, то есть это те люди, вот, на которых весь арбитраж и держался. Ну, я могу сказать, что ростовская судейская шахматная школа, она была, подчеркну, была одна из лучших в Советском Союзе, просто одна из лучших в Советском Союзе. То есть, как говорится, арбитры Дона, в общем-то, были законодателями МОД в арбитраже в Советском Союзе. Вот. Следующий, что ты хотел? Я прервусь это, на секунду, и вот президент вашей федерации. Ну, добрый день, коллеги. Спасибо, что приняли участие в семинаре, который нам действительно с вами необходим для нашего с вами дальнейшей работы, квалифицированной работы, чтобы мы за это могли получить деньги, и, в общем-то, был бы действительно такой статус, как тренер, квалифицированный третий, второй, первой категории. Владимир, я попрошу тебя на листочке сделать вот список, какие у нас регионы есть, чтобы понять, кто есть. Я не вижу Новочеркасск. Новочеркасск есть? Нет. Они должны были быть. Если Ковский район попросил сегодня, он будет или в конце, или, в общем-то, первый день, или я потом отработаю больше часов. Вот. Если у нас будет такая посещаемость сегодня, или завтра, мы тогда это будем проводить у нас в шахтах. В нашем сетичи, потому что мы рассчитывали в очереди на 60, на 70, на 50, но вот на Новочеркасск, хорошо. Да, пожалуйста. Вот я думаю, что еще будут подходить, потому что желающих было бы очень много. Ваш Владимир Степанович Кузнецов, да? Владимир Степанович, здесь вы третий номер. Владимир Степанович, это вы так. Юбилярный помогает. Я, во-первых, когда расшить, я, Владимир Степанович, все, у него был юбилей, вы знаете, мы знаем, вот, юбилей, он лет 20-30 шахмата, в Новочеркасском районе, поэтому мне очень приятно лично с вами познакомиться, уже поближе, мы встречались, Владимир Владимирович, мы от шахматной федерации просто сделать вам такую почетную грамоту, значит, лично поздравляю вас с юбилеем. Ваш богатый жизненный опыт, многолетний труд позволили создать благоприятные условия для воспитания молодежи и популяризации шахмат в Ростовской области. Искренне желаем вам новых перспектив, интересных возможностей работы и процветания. Пусть вам сопутствует удача, успех, поддержка коллег и друзей, понимание и любовь близких. Ну, вот спасибо большое. Спасибо. Спасибо.